В этом видеоролике мы приготовим картофель с белыми грибами в мультиварке Vitec VT4217. Нам потребуется 900 грамм картофеля, 600 грамм белых грибов, 2 луковицы, 1,5 чайной ложки соли, 1/4 чайной ложки черного молотого перца и 50 миллилитров растительного масла. Грибы необходимо тщательно промыть и откинуть на дуршлаг. Лук нарезать полукольцами, картофель очистить и нарезать соломкой. Включить режим выпечка на 40 минут. В чашу налить растительное масло, чтобы оно полностью покрывало дно. Дать 3 минуты маслу прогреться. Выложить в чашу картофель, лук и грибы. Закрыть крышку и готовить 10 минут. Затем открыть крышку, перемешать картофель. Затем добавить соль, перец. Закрыть крышку и готовить еще 10 минут. Через 10 минут картофель нужно еще раз перемешать и отключить режим. Картофель с белыми грибами готов. Приятного аппетита! Vitec. Здоровый взгляд на технику.